Рада приветствовать вас на своем канале. Давайте мечтать вместе. Историю названия канала я когда-нибудь сниму видео и расскажу вам, почему так получилось. Вообще мой канал про сад, который мы садим вместе со стройкой дома. А нам в этом помогают наши четвероногие друзья. 4 Джек Рассела. Очаровательная роза Бриоза. Селекция Виторио Барни 1990 года. Выбирая на сайте осенью и зимой для своей круглой клумбы розы, я прежде всего, конечно, руководствовалась розы-бук библиотекой. Смотрела там, как и что. А вот фотографии и видео приходилось долго искать. Аделя в кадр попала подглядывать. Так вот, может быть, мои обзоры помогут вам наглядно увидеть, как она растет. Кстати, куст очень молодой. Посадки всего весна, апрель месяц 2022 года. Вот так он уже выглядит. Такое многочисленное количество цветов. Такие махровые. Форма шаровидная такая, с переливами хамелеон. Оранжевые, чуть-чуть желтого. Но оно желтое, как искрится солнышко. Прям такие оттенки. Цветет, видите, как все лето цвела. Вот только появились веточки, все в бутонах, все такие яркие. Вот ее характеристика. Лист, кстати, салатовый, такой светло-зелененький. Кустик небольшой, но очень компактной и округлой такой формы. Розочка, как настоящая итальянка, такая яркая, эксцентричная. Очень понравилось. К дождю относится, я бы сказала, хорошо. Хотя розыбук нам говорит, что всего 2 звезды. На солнце не выгорает. Она у меня среди 70 кустов. Наверное, одна из лучших солнце держит. Прям показательно. То, что эта роза мне очень понравилась, говорит то, что на осень я заказала еще 4 куста. Хочу посадить на свою клумбу у главного входа. Покажу вам, кстати, эту клумбу. Там, где гортензии в начале видео буду менять. Но это отдельная история. Яркая, не очень ароматная, но такая прямо невероятная. Невероятная роза. Мне понравилась очень. Любителям такого цвета роз я бы рекомендовала. Листики такие, зубчики резные. Кустик, смотрите, такой кругленький, аккуратный. Но стрелки в августе, стрелки пускают все розы. Такие большие. А так прям ходишь и любуешься. Цветочки небольшие, но очень много, очень. И цветет все лето. Без перерыва. Не была она без цветов ни разу. Небольшой такой обзор получился. Надеюсь, вам понравилось. До следующих встреч. А наша Мия желает вам всем хорошего дня.